Здравствуйте. Прикольный английский. А скарфы это шарфы. Глаз, рукавицы. Белс, пояса, вот. Кошельки для денег. Хендбэгс, дамские сумки. Неклес, ожерелье. Брейслет, браслеты на руку. Флоуокер это дежурный менеджер по этажу. Пинс, красивые запонки. Ринг, кольцо на руку. Electric drill, электрическая дрель. Tiles, это door knobs, ручки на двери. Set and rot, подпорка под занавески. Glue, clay, paint, краска, вот, дерево. Elevator, lift, elevator, заново lift. Elevator operator, то есть лифтер. 100 детектив, это детектив Тихай, который смотрит, чтобы с магазина ничего не вынесли. Менеджер, это манагер, который за все отвечает. Delivery truck, грузовик для доставки. Buying clothes, покупка одежды. Mrs. Mouse takes all children out to buy them new clothes. Миссис Мышь взяла всех своих детей, чтобы купить им новую одежду. Here are all the clothes they try on. Вот вся тот вид одежды, которую они хотят купить. Shirt, рубашка, траузер, штаны. Парка, это ближе к осенней ветровке. Слип, женская блузка в стиле майки, дресс. Платье, скерт, юбка. Тайтс, детские колготки. Джекет, жакет, андершерт, майка, андерпенс, трусы. Бутис, чешки, слиперс, легкие туфли, сокс, носки, миттенс, кухонные рукавицы, шуз, туфли, сэндл, сандали, свитер, свитер, коут, утепленная куртка ближе к зимней, хэт, шляпа. Боннет – это детская шляпа, блэнкет – одеяло, найтгроу – ночная рубашка. Хэт – это дамская шляпа, хэт – мужская. Блауз – блузка, джампер – это свитер, тай, галстук, блейзер, блайзер, шортс, шорты, стрип-клоу, сокс, носки, покрашены в разные полоски. Пин кэшн – это подушечка, в которую ставятся булавки. Букбэк – школьный портфель, шулейс, шнурок от обуви. This should be tied in a bow. Они должны быть, по идее, в оригинале завязаны. Here are some clothes that didn't fit in. Вот некоторая одежда, которая не подходит по размеру. What to do on a sunny day. Что делать солнечным днем? Walk in the park. Ходить по парку. Sail a boat. Запускать корабли. Feed the ducks. Кормить уток. Play ball. Играть в мяч. Climb the tree. Лезть по дереву. Talk to a dog. Говорить с собакой. Play leapfrog. Играть в то, кого перепрыгнет. Watch the birds, смотреть за птицами, go fishing, идти на рыбалку. Run a race, бегать. Ride a scooter, ехать на двухколесном велосипеде. Kite, запускать воздушный змей. Play hide and seek, играть в прятки. Have a swing, то есть кататься на... кататься на качелях. The way we feel. Как мы себя чувствуем? Happy, радостный, sad, скучный, thirsty, иметь жажду, thoughtful, задумчивый, hungry, голодный, full, уже все. Набили брюхо, хорошо, well. Well, имеется в виду еще здоровый. Ill, больной, shy, застенчивый. Sorry, извиняющийся, angry, злой, в смысле предъявляющий. Sleepy. Спящий, со, воспаленный, ход, перегревшийся на солнце, energetic, энергетический, cold, холодный, glad, счастливый, bored, скучный. Making things, делая вещи, head, дамская шляпа, knitting needles, вязать, то есть вот эти иголки для вязания, scarf, шарф, socks, носки, yarn, клубок с нитками, space helmet, космический шлем, garage, гараж, cardboard box – это коробка для делания короб... с картами. Hammer – молоток, nails – гвозди, airplane – самолет, saw – пила, стул – стул, piece of wood – куски дерева, dollhouse – домик с куклами, spool of thread –
полная катушка ниток, dolls dress — одежда для куклы, а кукла с тряпья — это ragdoll, train station — железнодорожная станция, bridge мост — ставил башня, бокс — кубики, needle — иголка, closed can. Я репетитор английского по Skype Smart Teacher 197. Добавляйтесь ко мне, и я научу вас английскому. Я успешный преподаватель, я могу похвастаться сотней обученных учеников. В чем секрет успеха? Я выкладываюсь, и вы тоже работаете. Если преподаватель распинается, а ученику до этого нет дела, то прогресса не будет. А на время урока, пожалуйста, прислушивайтесь к моим советам, и я за полгода с вас сделаю англоговорящего человека. У меня это получится, и вы тоже. Регулярная работа – это успех. Всего наилучшего и goodbye.